И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Итучка, Кирилл Геймер, Робби, ОлТВ, Венера, King on Fire, Гафака, пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, брамлетики. Ребята, будем убегать сегодня от монстров Poppy Playtime Chapter 3 на карте Backrooms. Если опять угодите, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Смотрим, как они здесь бегают, смотрите, как первый пошел. А вот тот собачий хвост как быстро бегает. Да, так. А, давайте согласен, кто первый умирает, ребята? Тут лошара! Дима, или... умирай, как всегда. Нет, я не буду. Да давай. Или так спокойно идет. Если сейчас будет очень мало людей умирать, я и буду спамнить 1000 миллионов штук. Аж Гаррисмод будет вылетать. О, тут можно повыживать, отлично. Да. Тут такая большая территория, вообще классно. Я еще одного поставлю и еще одного. Во, вот так интереснее. Смотри, они открывают шкафчики. Что? Опа! Гафака! Умер! Еще он! Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в Дискорд, поорем. Смотрите, что на этой карте еще есть какой прикол. Вот туда если падать, вы умрете. Он уже близко! Он уже близко, так. Блин, тут эти шкафчики, классно, можно от них уклоняться. Смотрите, как ползет. Ё-моё, как это опасно. Че, никто не умирает? А что, так легко выживать, что ли, пацаны? А тут хаги-ваги достал. Ё-моё! Нечего стоять наверху. Я, кстати, проверил, если вы даже залезете наверх на шкафчик, он все равно вас замочит. Серега, он замочит тебя! Я предупредил! Молодец, Серега, что убежал. Так я специально встал, чтобы видеть, кто бежит, если что. Смотрите, близко уже! Так, окружают, окружают, мочи! Нет, вот, человека мочи! Нет, не меня! Нет. Диму! Да нет, я буду... Блин, стол вонючий! Ёба, еще чуть-чуть, видели? Прям за жопу у меня коснулся. Отвали! А, я, блин, запутался! Да, блин, я на кассе не мог пробить хлеб, меня от кассирша не пробила. Это, Дима, это кассир пятерочки. О, давайте еще поставлю такой монстр, когда вы на нее смотрите, она не может двигаться, а когда отворачиваетесь, двигается. Вот, ребята, сейчас будет еще веселее! Да если вы уже по-любому влепили лайкосик и колокольчик, потому что ролики выходят каждый день. Так. Я вижу, какая они уже там ближе и ближе. Интересно, они могут только за мной или за всеми вообще? Кто ближе, они. За всеми. Че? О, бежи сюда. Еще. Ой, там это. О, давайте еще вот этого поставим, собачелу маленькую. Может, кто-то на него наткнется. Зря ты там сидишь. Вы что, самые умные будете? Нет. Серега, прощай. Нет. Блин, ты смотри, не убил. Я пока опа, Кирилл Геймер слился. А я один раз такой слился. Ой, они уже тут по всей карте разошлись. Тихо, 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 монстры линеечные. Ой, матом ходил. А что у нас, что он стоит? Они застревают. А, они застревают. Ай! Блин, тот специально отвлекает меня, типа он застрял. Они идут. Я его вытащу, я тебя спасу. Меня кукла этого вообще убила. Кстати, прикол такой... Ну, блин! Когда ты гуглил, чем даже не смотришь, тем постоянно идет. Да, кстати, в этом есть прикол. Она как разгоняется, да, пацаны? Да, это в игре сама и была. Так, 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 давайте сюда сходим. Вот так. Она, эта вонючая кукла. Надо еще смотрите. Ставить. А собачела ты... пошла! И еще собачела пошла, ребята! И все больше и больше монстров, как вы любите. Да, они застреют, слышь, вы, хаги-вуги. И кот белый тут застрял большой. Ничего, ничего. Мы сейчас их подостоим. Может, это отвлекает, они специально стоишь, а потом резко убивают тебя. Ой, вот еще. Ты. Да, они в пол как застреют. Может, они товар просто берут там? Серега! Ой. Ну, Сережечка, ну не умирай! Вторая смерть. Отлично. Так, давайте еще ставить. Еще! Еще, ребята! Ну что, смотрите, они заполнили всю карту Backrooms. Ну что, я иду к вам. Серега, что там на кассе тебе пробить? Мне хлебу. Хлеба, хорошо, на тебе хлеб. И пиво. Ой, убили первый раз. Эй, нельзя пиво. Можно пиво? Нет, нельзя. Можно. Нельзя, говорю, пиво, нельзя. Драка монтировками. Бегите. Бегите, бегите. Это охранник пятерочки. Блин, это жесть. Сейчас он по щам тебе надает, Дима. Нет, не должен. Вот там собака застряла. Собака, колобака. Бегите, мужики. Она медленная просто. А, хаги-ваги. Сейчас еще поставлю, ребята. Сейчас еще будет.
Вы застрев... Мужики, не застревайте в полках! Ваши школьники... Полочь! Дима, они не застревают, они это... Когда они видят нас, да? Они товары ищут, они покупают. Туалетную бумагу, пацаны, надо кому-то? Да, спасибо. Они, короче, хлеб ищут. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, сейчас будет вообще сильно! Маги бежит. Смотрите, сколько она поставила тех бешеных тёлочек. Чё, Дима? Дима, ты псих. Я знаю, я такой. Ай, блин, ладно. Эй, отворачиваться ж нельзя, блин. Тут это псина. Сейчас они, ребята, по всей карте распространятся, это будет жесть. Ух ты, блин! Ай, блин! Ах, это он быстрый. Дима, они, знаешь, еще так это, ты поворачиваешь за угол, и они из-за угла так появляются. Да, есть такое. Уго, их тут. Очень надо осторожный быть, очень. Я пока что еще ни разу не умер. Это ж хорошо, вот ты умрешь. Они тебя достанут. Мы так сидим, надо ее физганом толкать на них. Музыка еще такая. Так да, музычка реально стрём. Блин, а я могу вот так перепрыгнуть сюда? Да не залезай. Ой, дочка, я... Блин, я в яму. Мама мия, сколько их тут. Нормально, Серега? Куча кукол, куча ходил. Это же хорошо. Больше, куча каких... Ай, блин, тёлка! Школьники захватили пятерочку. Бегите, бегите, глупцы! Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин. Что эти куклы? Везде, везде по кругу! Да, как... Серега, я сейчас поставлю с другой части, они вообще жесткие. Ну что? Начинается еще жестче. А, вот эта быстрая штука бежит. Да не за мной, за Серега. Вот Серега. Да, нет. Да, 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 да. Они должны за тобой идти. Нет, вот с этой стороны. Ох, они по всем. За Димой, за Димой. Нет, нет, нет. Мамка, мама, длинные ноги. Да блин, ты что, не понял? Ай, блин. Да блин, тут тяжело от них убежать, я их очень много наспамнил уже, понимаете? Иди, Серёжка. Спокойненько. Ты террористы. Ай! Да блин, отворачиваться ж нельзя, я вспомнил. А чё такое, а чё это маме лонглэрская быстрая? Так. А! Ёкарный бабай. Блин, да что ж такое? Смотрите, мама длинные ноги вышла на охоту. Ай! Ай, все, все. Уго, они в друг друге типа застревали. А как теперь выйти мне? Дим, ты что сделал? А как выйти? Иди, иди. Иди, выходи. Нет, иди. Не, иди ты. Надо свои факты выйти. Блин, как выйти? Да блин, нельзя выйти. Вот это орёт. Ага, по полку. А нельзя выйти, все, один мой. Да я её отодвину. Да блин! Да она сюда заходит. Ты дурочка, что ли? Ой, упустил! Все, отлично, беги! Да ё-моё, она прошла к нам сюда! Быстрее, 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 быстрее! Вы чё, в одном месте были все? Ай, да, мы там, где спаун были, не могли выйти, они забаррикадировали входы, все. Спасибо, ты отодвинул её, я выбежал. Я даже боюсь возрождаться, что сейчас будет? Она опять здесь стоит. Пацаны, давайте, кто первый пойдет и спасет нас? Гафака. Давай, Гафака, я уже ходил, спасал, давай, теперь твоя очередь, иди. Пока она будет тебя убивать, мы пробежим, давай, иди. А потом я в следующий раз, я обещаю. Отлично. Ты нам спас жизнь, ты нам не спас жизнь. Блин, сразу троих убила. Хорошо, ребята, ставлю еще жестче монстров. Я думаю, они будут посильнее. Максим будет жесткие. Готовы? О, давайте, это какой у нас? О, вот это быстрый! Серега, беги! Быстрый! Да ну! Это очень быстрый! Ребят, я нашел быстрых монстров. Сейчас будут все страны. Сейчас я их поставлю штук 90 тысяч. Кого ты поставил? Давай. Готовы? Конечно! А я предупредил вас? Предупредил. Меня не слушали. Мы слушали тебя каждый день. А-а-а! Блин, невозможно! Вот это психи! Они даже позастревали-то, надо их освободить! Ё-моё, ничего себе, не быстро. Тихо, тихо, тихо. Бегите. Мама мия. О, я вижу, как начинает все умирать. Ну все, это хорошо. Так, я на кассе здесь буду хлеб пробивать. Ты говнюк. Серега проиграл. Меня и тучка застопит. Ай! Блин, смотрите, как ребята смерти пошли. Вот это сильно уже было. Нет, на спаун, на спаун. Вы боитесь? Иди, иди, не бойся. Есть, отлично. Серега, спасибо, что нас спас.
Или ты выжил? А, ты выжил? Видера, Кингадверси сливаются. Я тебе сейчас подлючку сделаю, Дим. Не, не надо. Не надо, пожалуйста. Они тебя убьют зато за это. Окружают, окружают, смотрите. Быстрей, быстрей, быстрей. Беги, 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 беги. Бегите, глупцы. А, по кругу будем гонять. Отлично. Я их обманул. Я ударился в угол стола, нога вонючая, кривая. За мной 5 будет сахаги-маги, Дима. Капец, ты там вообще орду ведешь. Классно, ребята, так я и хотел. Да, мужики, ну хватит трусы тут покупать свои. Да блин, сейчас чуть не убили. Ай, сам же его освободил. Понимаешь, короче, скидки, они пришли на скидки. За рыбой мороженое. А не рыба идет, ребята, напишите в комментариях, что едят хаги-ваги, они ж монстры, по-моему, что-то должны есть. Ай! Да ё-моё, задрался умирать уже. Мама мия, орда просто, орда хаги-ваги идет, Дима. Ай, блин, я их боюсь. Блин, они так за угла резко выходят, это реально так стрёмно. Они очень быстро, они страшные. А, беги, быстрей, в эту, нет, в эту, нет, сюда, нет, туда. Ё-моё, это куда бежать? Чё, музыка такая играет? Тогда, пацаны, а чего на спауне стоите, крысы вы? Гафака и ЛТВ стоят на спауне, понимаешь, Серега? Да. Вот так, и да, крысы. Значит, вы? Хорошо, мы ваше, мы ваше очко подсчитывать не будем. Да блин, Серега, готов взрывчатку, будем их взрывать. Взрывать? Да, давай, взрывай их всех. А, они от ядерной бомбы не умрут, надо только СЦ-1000 взрывать. Давай, взрывай. Ой, я сейчас, короче, бомбы разбрасываю, это не дает бомбы разбрасывать. Давай, Дима, быстрее. Да готовлюсь, иду, бегу. Давай, одна бомба есть. Надо бежать, она сейчас может взорваться, кстати. Еще одна тут бомба есть, я, короче, распределю по всей карте эти бомбы. Я помогу тебе. А! О, один слился. А, пацаны, извините. Ну ты, Дим, конечно, молодец. Да я не хотел. Ой, я убегу оттуда. А что такое наши умирают, они не умирают? Ну так надо. Он сзади бежит, господи, я его испугался, не на что он сзади бежит. Ой, там что-то, о, умерли, еще взрывы есть. Пацаны, спасайте, они не отступают. Ай. А, яма! Нет, лучше я не знал, чтобы в яму я упал, чем они меня убили. Ой-ой-ой-ой-ой, взрывы идут. Бабах просто. Они не умирают? Бабах. А, умирают. Так, бомба разбросал. Теперь можно и ядерную бахнуть. Во, вот это. Давай. Ай, а я загорел. Во, смотрите. Давай ядерную. Хорош, все, мы всех убили. Ну что, почитаем голоса. Больше всех раз умер у нас я. Ну ладно. Я специально поддался. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэн и Тучка. Форум, Playmark, Офликс, Кирилл Геймер. Пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Привет. Здорово. Всем здорово, йоу. Наконец-то вышли монстры Poppy Playtime. Все части. И теперь их сделали пилпаками. И будем выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание от Poppy Playtime. Я его слышу, он прям рядом ходит. Блин, это, ребята, очень страшно. Ничего, сейчас начнется веселье, когда уже много будет монстров. Будем мы по всей карте гасать. Ой, ой. Опа, а он перепрыгнет? Он может к нам выпрыгнуть? Он же прыгать умеет вроде бы. Пока он будет там узнавать, надо валить. Поймал. Надо валить. Да. Он перелез. Он перелез. Он перелез. Быстрее сюда. А, блин, я так дернулся. Да, это нечестно. Это... Блин, я прям слышу, как он сзади меня бежал. Да я поддался. Расскажи нам это. Ай, блин. Это просто жесть. Давайте собаку возьмем. Мне собака нравится. Ой, Сина это, да? Сина, Сина. А ты где? Так, пацаны, я знаю, где они. Кирюшка еще. Я знаю, где они. Где? На улице. Там нас нет. Я эту карту наизусть знаю, вы что думаете? Офигеть. Дурачка вам? А, ладно, хорошо, дурачка вы мне, вы не сильно увидели. Давайте будем искать здесь. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Давайте в нашем дискорде добьем до 50 тысяч участников. И залетайте в мой инстаграм, можете увидеть, как я живу. Блин, да я знал, что вы где-то здесь. Ссылочки в описании, молодец. Кто умер? Дэн! А, так Дэн уже был. Своего убили. Friendly Flyer, Friendly Flyer. Взлыв. Взлыв.
Злых. На улице какой-то старый бег. А блин, я не понимаю, где они могут ныкаться все? Да я вот там вот, видишь? Дима, о, я догадываюсь, пацаны, я догадался, где они, все, я иду. Нет, тихо. Кирилл готов. Кирилл, вот Спанч Боб. Приветик, ну шо? Как... Привет. Так, Спанч Боб же был тут. А я поймался. А я уже убежал. О, ты поймался? Классное слово, поймался. Ну давай по-честному, тебя убили просто, вот и все. А кто живой еще? Только так, Ариана, а кто живой? Только я, так получается. Все? Сигма. Ты победителем? А вот Спанч Боб бегает, да, я вижу. Я помогаю тебе. Вот он, пацаны, мы должны его ловить. Давай, кто его убьет, он? Тот будет самым лучшим игроком по монстрам. Это он самый живучий. Да, в пиццерии. Бегу. Да ё-моё, я не могу прыгать, блин, собака. А, ну я ж лап нету, как она будет прыгать. Так, пацаны, я его жду на улице, потому что в любом случае... Сейчас он сюда выйдет. Я даже уверен на 100%. Отчитываем ему полминуты, его сейчас убьют. Давайте. А где он, пацаны? Ну я в небольшой нычке. Да ты задрал ныкаться. Нет, я до этого бег. Убили? Убили? Псина. Мне псина выпрыгнула. Ну все, фору. Теперь ты и начинай. Окей, я готов. И я готов. Погнали. Ребята, ну что, второй раунд. Форум сейчас покажет, как надо играть. Он сказал, что мы плохо играли все. Да? Да. Кто? Первый. А чё так? Кирилл, ты чё, зачем? Вообще издеваешься? А что за фигня? Он застопился об стол. Опа, второй. Вы... Дима, привет. Блин, вы чё там творите, пацаны? Вы чё сливаетесь? Вы же должны выиграть. Ну, Ютубочка, ну скажи им шо-то. Ну давайте, ну блин, ну не проигрывайте. Ну не проигрывайте. Вроде как братья. Ну... Ну чё вы, мы же... Блин, я прям слышу! Я слышу, я слышу! Опа! А ну-ка! Тихо! Мистер тихо, Диксикс. Тихо! Ну, да ну тебя нафиг! Ты дурак, что ли, с детства? Не, кстати, вот так он меня не догонит. Вот так он не догонит. Нет, нет, нет. Нет, даже если ты будешь прыгать... Не, у тебя, кстати, бы ни хопа нету. Да как у него бы ни хоп есть! Я наперёд просто один прыгаю. Вот это он прыгает! Вы видели? Дайте еще раз покажу. Ютучку поймал? Нет, я еще живой. Бегу. Он на улице. А как ты его так не... А вот он. Ну нифига себе. Он, кстати, читерски прыгает. О, блин. Да это молодец. Читерский монстр. Блин, ну это прикольно. Так, я тоже его возьму. Дэн? Дэн? Я. Так, двое осталось, пацаны. Клеймаркет еще один? Или Фофекс? Так, пацаны, я знаю, где они. А давайте для начала проверим здесь за машиной. Это очень хорошая нычка. Не, я собака. А, значит, Фофлекс. Ага. Так я не помню, двое или трое осталось? Двое. Ребята, сейчас будет решающий момент, кто же выиграет второй раунд. Я знаю. Я знал, что за машина где-то есть. Вы заметили? Какой ты хи... А я знал, Фофлекс. Классно, что я пошел проверять. Я еще так думаю, пойду на расслабончике. Ах ты тварь, блин, я не могу окна перепрыгивать. А он в пиццерии, все, залез туда? Или что? И что ты будешь делать? И что, и что, что? Пацаны, я поймал человека, идите сюда. В параше нет никого? Не надо. Фофликс, ну последние твои слова. Параша гадкая. Пацаны, идите все в офис, кто за монстра играет. А, в офисе? Идите в офис. Смотри, смотри за окно. А, видишь, который сзади? А, тут. Смотри. Я при вас всех его убью. Давай, планктон. Я не могу его убить! Что? Я не... Ой. Что? Что? Я, что я... это сейчас он, было, блин, он убежал, ребята? Да, что ты меня убил? Он убежал. А что я не смог убиться? Вот он, Вот Дэн забежал в пиццерии, я видел. Пока, Фокс. Есть Дэн. А, нет. Фофликса. А чё я не мог Фофликса убить? Чё за бред? Он тебя монтировкой бил. А из-за этого я не мог? Наверное, он тебя откидывал немножко. Пацаны, вы знаете, что Дэн внутри? Вы должны уже искать его. Внутри. А, блин, а зачем? Я нашел его. Молодец. Я всех убил абсолютно. Молодец. Ты молодец, ты реально... А как ты так? Не знаю, это персонаж читерский с бэхопом. Давай ты сейчас чисто за Дог Дэя. Вот просто для интереса, сможет кого-то убить или нет? Что, Дэн получается? А, ну получается Дэн, да, Дэну сейчас будет нелегко. Не, ну если ему сложно, он тогда сможет любого взять монстра. Давайте просто проверим, сможем мы или нет. За псину. Вонючую. Дэн, мы готовы, если что.
Да, мы тут стоим, если что, мы спрыгиваем сразу. Вот на кондиционерах лучше стоять. О, привет. Да, я тут привет. В прошлый раз. Встречаемся на том же месте. Все, ждем. Денчик, давай, выступай. Давай, да. Он уже убил кого-то. Ну, Плейморк. Плеймарк. Зачем ты так? Ой, псина. Где? Мы тебя обманули. Блин, это было реально эпично. Да я руку с мышки убрал, они не увидели. Блин, это было классно. А где ж вы, а? А может... Вы что, собаки и щейки, что ли? О, нашли кого-то. Есть. Так, я остался последний? Нет, я еще. Игрил геймер. Блин, умирайте. Пацаны, вы так плохо играете за собак? Серьезно говорю. Дима! Да как ты со спины мог убить? Ну как? Видели, какое расстояние было? Так расстояние было большое, как так-то? Он где-то, короче, в каком-то зале был, тот я нашел просто. Ну я на крысе сидел, как жучара вонючий. Да сам такой. Не, я говорю, что я жучара вонючий. Форму Кирилл. Еще. Форму Крыл. Еще будет решаться, кто же из них будет последний выигрышный человек. Так, а кто у нас первый раунд выиграл? Я, Форум. Второй раунд. Я. Пока. Дэн, а третий? Сейчас еще решается. Ну. Сейчас еще. О, вот! Вижу. Ой, собака. Пацаны, он в игровой комнате. Все, он ушел. Я вижу, он здесь тут окно. Ну, здесь как он, сказать? Здесь он тут окно. Молодец, да, есть такие. И собаки прыгающие. Блин, плохо, что собака. Вот он, вот он. Сюда. Давайте. Ой, сбор псин. Кстати, собака, когда прыгает, это нормально бежит так. Не медленнее, чем человек, который бы не хопит. Ничего, ничего, пацаны, сейчас мы его окружим. Он думает, что это просто так? Я даже знаю, что он сейчас будет делать. Короче, я иду навстречу к нему, пацаны. Он в окно уже залез, блин. В окно залез? Я видел, да. Так хорошо, ищем. Так давайте его ждать будем. Мы сейчас все равно его где-то увидим. Угу. Так Кирилла ищите, его выгони. А с чего ты взял? А чего ты взял, что нам его выгонит? А какой у Кирилла скин? Я уже не помню. Клянер просто. О, по-моему. Все, у меня не достанете. Я на фонаре. Блин, а ты что там делаешь? Да что, у нас есть, который высоко прыгает монстр. Тогда берите. А или вы только на псинах? Ладно, ладно. Не, ну если ты будешь залазить высоко, я буду брать больше. Да, то есть по-честному. Ну вот и все, да, вот бей, и все, щенок вонючий, губка бип. Так что Кирилл, ну, Геймер выиграл? Простое место было. Сейчас будет выясняться, кто же все-таки первое, второе, третье место займет. Скажите, когда будете готовы. Окей. Это у нас получается Дэн, Форум и Кирилл Геймер. Три, два, один. Выживание началось. А мы на ком? Вы на всех? Нет, только давайте на собаках. Окей. Потому что они и так очень быстро все сливаются. Мне же интересно, кто же первое место займет? О, псина. Тихо. А, блин, мы... Есть! Опа, Кирилл Геймер слился. Так, остался Форум и Дэн. Кто же из них будет первое место занимать? Ой! А я его, короче, ждал здесь, пацаны. Ну что, Дэн, ты победитель! Ты сквозь стену. Нет, нет, ты прямо на меня, по сути, прыгнул. Ну, как бы в реальной жизни я бы тебя достал бы, что так. Лапы длинные. Вот Дэн, Дэн на крыше, пацаны. Да. Я его хвост видел. А, на крыше? Я уже ушел. А, уже ушел. Не, ну он уже упал оттуда. Так, ну что, Дэн, давай продержишься 2 минуты. А если ты это сделаешь, то ты будешь максимально мощным победителем, который без вариантов. Хорош. А, ну тогда ты, Дэн, просто победитель. Просто красавчик, молодец. А, ну давайте тогда, ладно, хорошо, давайте сделаем ПВП. Финальная дуэль, каждый сам за себя. На псинах? Давайте на псинах, да, потому что... Не, ходите на любых монстров, давайте на любых. Не, на псинах, так... Я на псинах хочу. Ладно, давайте на псинах, согласен. 3, 2, 1, погнали. А что ты там сидишь? Ну, может, я не убью, иди сюда. Мы опять с тобой на крышах. Кто? Кого? А мы вдвоем... Есть. А мы вдвоем... Мы друг друга убили. Так бывает? Да, бывает. Чё за бред? Так. Кирилл выиграл тогда, получается? Потому что Дэн, они с собакой одновременно убили друг друга. Ну, Дэн-то остался живой?
Ну, у Стаби он... А, у него... Все, хорошо. Ладно, Кирилл Геймер, ты победитель! Поздравляю тебя! Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОлТВ, Колбаскин и Тучка, Гусанек, Гафака, Фору, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Всем здорово, йоу. Ребята, легендарная карта, и будем выживать от монстров Poppy Playtime. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Я его слышу. Я его тоже слышу. Ой, он бежит. Вот он. Отлично. Минус ЛТВ? Что? Нет. Контролируем дистанцию всегда. Дима, ой, по верху нельзя бегать, можно? Пацаны. Да, по верху нельзя, только по низу бегать. Логично. Вот он. Да, он не может. Он не может по низу поверху. Он не может прыгать. Ай, лох. Смотри, прощай. Блин, ну повезло. Не прощай. Ой, блин, у него дистанция очень нормальная. Убегайте. Он там, он там. Там стулья, там кто-то стул кинул. Не переживает. Еще никто, да, не умер? Еще да. Никто. Молодцы, пацаны, красавчики просто. Я прошу, мою не забирайте. Прости, Пика, я не хотел тогда. А. Вот он идет, пацаны. Он Дим, идет. Я вот так забатил, чуть не умер. А вон он. На середине. Он какие-то. Слева, слева. Вот он, вот он. Опа, обманул, красавчик. А что на половину молодец. Он обогнул. Так. Капец просто. Как ловить-то? Вот так. Блин. Ой. Ты должен, ой, ты сам захотел, ну и все, мучайся. А мы будем смеяться с тебя. Дайте ему жопу почешу. Ой. Фу, ты, фу, иди руки помой тебе. Зачем? Ой, он сзади. Я думаю, когда ему сложно будет, ему придется котейку взять. Ну да, что-то придется поменять. Так его ляньте, с ним... Ой, о, всё! Ну, Колбаскин, дочь, ну что ты чудишь? Блин, зачем ты мне? Приходится мне менять, походу, это уже... Да нормально. Так, ну что, двое монстров уже, это будет сейчас чуть-чуть тяжелее нам. Нормально ты человека съел. Опа! Вот Адремота взял. Саня? Да? Ты чё тут стоишь? А ты чё тут стулья поставила? Это не мои, беги! Это я поставил, чтобы вам жизнь медом не козловать. Ты что такой злой, а? А, из-за стульев он не пролазит. А, ну все. Ого, там уже кот Дремот прибежал. Я испугался. Ты тоже, да, Форум? Да. Он гигантский просто. Давай, 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 зажмем. Так, 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 будьте внимательны, пацаны. Вот, вот, вот бежит. Беги. Здорово. Ой, 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 это что ж там получается? А, это что, они друг друга съели? Мы застряли. А, так вам и надо. А? Вот Дремот. Дерьмот. Нет. Дерьмот. Ладно, ладно, ладно. Мне поддался. ОлТВ, ну не позорься уже так мощно. Чё? А зачем? Он сзади, он сзади. Шкатулкин сын бегает. Что? Опять. Где? Уже да, и шкатулка бегает? Да. Ой, я люблю эту штуковину. Опа. Вредно. Тарелочник, Шкатулкин сын. Ой. Все бегут. Ну что, других взяли? Ох, чуть не умер. Нет, нет. Блин, а это уже сложность очень высокая. Здесь надо прям очень внимательно играть. Короче, надо их обойти, надо их обойти, надо, чтобы кто-то вот стоял около дверных проемов. Вот в чём. Беги, Форум, беги. Тихо. Ой-ой-ой. Ты шкатулкинся. Да блин. Это было очень близко. Капец. О, вижу, вижу, ребята. Нет, никого ты не видишь. А кто еще живой, пацаны? Я. Вы, и Тучка, Саня. Я еще живой. А, нас четверо? Да. Нет, нет, чуть не умер опять. Очко жмет. Так, давай, Гусанек, беги, беги, беги. Какого взять персонажа? Сейчас убьют Гусанька, смотрите, нет. Красиво уклоняется. Ну что ты делаешь, я выживал. Да я просто контролировал, как вы играете. Види, его никто не нарушает. Я не нарушал. Да что? А ну-ка, вот интересно это взять. Все, я убил Саню. А Гусанёчек, ты же говорил, что ты выиграешь всех. Нет, я не говорил этого. Кто последний останется выживший, тот и победитель будет этого раунда. Вот дерьмо, он слабый. Я уже боюсь. Меня убили, нет, да. Нет, а кого? Я первый. Я последний выживший, ура. Нет, нет, я выиграл. Форум выиграл. А Форум что, еще живой? Да. Мальчик. А он взял маленький скин. Нет, а это нечестно, конечно. Вот, вот это, конечно, ребята, вы понимаете, да? Как это работает? Кто-то всегда читерит. А, нет, кстати, у него обычный хитбокс, пацаны.
Ну, просто он хорошо играет, но смиритесь, что вы слабые. Да. Я сдался вообще. Я тоже, кстати. Ну, короче, даем минуту. Я тоже вселяюсь в монстра. Если мы за минуту его не убиваем, все, значит, мы сдаемся. Так. О, лучше мама. Три, два, один. Все, погнали. Все семь человек против одного. Поехали. Я убил, все. И Тучка бегал за игроками. Блин, ты не продержался. Ну, чё, давай, лох, догони. А что ты у него лох, говоришь, лох? А где он? На улице. А, на улице. Лучше маму брать. Ну все, пацаны, я сейчас выиграю. Я нашел очень классную тактику. Как выживать? Так, сидеть наверху? Я нет, я не наверху. Сейчас столкнем. Вау, вот это тактика. Уходи, уходи, вы мешаете моей тактике. А что ты там делаешь? Уходите, уходите, вы мне мешаете. Вы голимы, понимаете? Вот что вы... Если честно, я не понимаю, Гусенек, чего вы достигали? Какая цель ваша была? Туда, да, пика? Хорошо. Он сейчас отомстит. О, Тима, привет, я сзади. Я сзади. Ой. Не догонишь, не догонишь. Ой-ой. А вот теперь... Пока. Отлично. Чпиконько ушел. Санек. Чпиконько. Так. Но мама... Блин, у меня психологическая травма, извини. Ты Тучка. Мама очень купит. Хватит, и Тучку, и Тучку, все. А меня что? Куда все? А ты должен умереть быстро уже. Да что это? Нет. Капец. Ой, я убил. Да ты... Красиво. Красиво, я прям всего прикоснулся с ним, но не нажал кнопку удара. Слышь, ты, беседки на Twitch, иди сюда. А что так обзываешься? Я на тебя вообще не обзываюсь еще. Отлично. Отлично, ОЛТВ. Ваши последние слова. Я живой. Ой, случайно. И Тучка живой? Все? Да. Вот он был. Вот он, ребята. Чуть не убил, чуть не убил. Да я. Ой, нет. Фух, да ё-моё, ну просто. Сейчас мы подловим и Тучку, смотрите. Надо просчитать. Надо, чтобы было этот... Переграждать, все, короче, проходы. Всё, и Тучка последняя. И Тучка последняя. Да? И Тучка, ты выиграл практически. Представляете? Вот, вот и Тучка. Да ё-моё, это что ж на расстоянии бьет, когда не надо. Ой, убил. Ну и Тучка, ты хорошо держался. Молодец. Я знаю. Ну давай, Тучка, теперь ты начинай. Тучка, мы с тобой были победителями. Да. Что, вы готовы, да? Да, давай, да. Голова. Ну да, ты пот. Та сам такой. Ты ботик. Покажи вещи. От катнепа надо внутрь убегать. Там он стопится. Хорошо, да, хорошо. Убить, да вы шаки, что ладно. Вы тут прятались. Дима, смотри, сейчас будет паркур-момент. Ой, респект, сигма-момент. Так, ну нет, ну дай паркур-момент сделать. Саня, давай, пот. Ну и Тучка, и пот. Смотри, какой нищебро, ой, какой вообще голимый. А уйди, Дима. Видишь, Дима, ты не можешь. Выпендриваешься. Ты не умеешь. Ну я просто его не боюсь, понимаете, он слабый. Слабый, слабый. Я не могу, блин. Слабый, нищий. Мистер слабость. Мистер слабость. Да. Мистер Вист. Мистер Сэвич. Как его легко обмануть, как ребенка. Как будто у него гравитация понижена. Что есть стреляешь? Такое. Слоумо. Но потом какая-то... Эй, ну что ты наделала? Гафака пул. Ну собака, ну гафака. Ну гафака, ну чего такое? Не знаю. Ё-моё, пацаны! Пацаны! Пикан. Меня съели. Да я поддался на самом деле. Блин, я не ожидал-то. Хорош, я ж свой уже. Блин, ну это было сильно, я так дернулся. Слышь, так пугать? Да ну пей, да ну форум. Ой, вы чё... Вообще, форум, чеки. Уйди. Гусенёк, а кто тебе помешал? Да, ты мне форум, блин, сдал. Нет, случайно, я в кустике забегаю, там как, Гусенёк сидит. Какие кустики, ты видел, что я там был? Пошли. Извини, ой, извини. Ай-яй-яй. Я случайно. Подожди, давайте перекличку, кто живой еще? Я живой. Был. Я живой. О, господи, меня пикнул за 100, я испугался очень. Капец. Вы вообще конченые. Капец, много. Нас уже очень много, пацаны. Ух ты. Шокин. Тут Спанч Боб какой-то вонючий бегает. Давай, ты не отдали. Ой-ой-ой. Все, убили. Я просто не остался. Так, форум убился. Нет. Какая-то единичка и закорючка. Ой, я не туда побежал. Вот заяц бегает. Давайте все за зайца.
как заяц уже мертвый, как первый. Нет. То был с Бакс Банни, а это Той Бонни. Ну. Какая-то единичка. И закорю. Ну что, Той Бонни, я твой путь просчитал. А то был ЛТВ на всего. Последний? Я последний остался, да. Пика, ты выиграл? Да. Ну я еще живу пока что. Ну значит да, ты всё. Последний. Ну Пико. Ну я последний остался. Давайте кто-то другой. Не, давайте теперь битву монстров, каждый сам за себя. Что, пацаны? А, во, упал. А, просто. Так я его убил. Тиммера. Дима, мы, видимо, с тобой остались. Точно никого нету, пацаны? Кто еще внизу? Есть там? Я живой еще. ОлТВ еще живой. Он крысит где-то. Не, неправда. Правда? Неправда. Я спускаюсь, чтобы его наказать. Давай, спускайся. А где ты рядом? Ну что, это не знаете? Шкатулкин сын убил! Наказал! Блин! Вот а это ты он? Меня красиво за ПВП-шил. Закусь. Ну давай, нападай! Да, хитрый жук. Ну-ка! Нет! Да шкатулка! Нет. Да ну фу! Ты еще позволил, я последний? Ой. И последний остался выживший. А, ну раз так, давайте, пацаны, мы его убьем. А, извини, это было очень быстро. И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Лисик, Санек, Фуфло какой-то и Тучка, Денкинг энд Фаер, ОлТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, Тусики. Всем ТВ, ОлТВ. Ребята, смотрите, какой у нас классный, гигантский воздушный лабиринт. И будем выживать от монстров Poppy Playtime. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. Быстрее, бегите все до лестницы. Быстрее, Лисик, ты умрешь сейчас. Лисик, давай, я в тебя... Ну, да. Ё-моё, мы уже научены, да, пацаны? Сразу все побежали по лестнице. Сразу видно, опытные собрались. Ребята, настроение просто отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Залетайте в Инстаграм, в Дискорд. Пообщаемся, поорём. А в Инстаграме можете увидеть, как я живу. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Прокачанный челик. Так, он уже ближе. Я слышу этот запах монстра. Ну, блин. Так, их уже двое. Вы же помните? Да. Да, Лисик сразу слил в начале. Ну что, давайте по старой схеме бежим вверх, будем вверху здесь троллить. Ну вы же понимаете, этот монстр настолько быстрый, что вверху не получится особо повыживать. Придется по лестницам вот так бегать. Еще хочу сказать, что у нас стоит реалистичный урон от падения. Так что попадать не получится. Кто упадет даже вот с такой маленькой высоты, вот туда вот, сразу минус 100 хп. Надо быть очень осторожными. Ну такие, как мы и Стучка. Мы же профессионалы. Ну, понятное дело, Тю, ну что такого? А если я сяду на край и встану, я потом не упаду вниз? Нет, я рисковать не буду. Пойдешь. Я боюсь. Не рискуй. Совершенно верно. Он уже выше! Пацаны, смотрите, вот он. Не, мне полезли, как ракет какой-то. Я знаю, поэтому я не хочу за него играть, но чувствую, придется. Я боюсь. Не бойся! Так, подождите, он идет сюда. Значит, мы идем сюда. Блин, так куда он идет? Он упал, что? Где он? Эй, ты, черепиздрик, ты где? По лестнице они бегают просто убогничество какое-то. Круто. Так, а где Лисик? Я не вижу. А вон она поднимается вроде. А! Нет! Ну нет! Ну нет! А я споткнулся, там какая-то муха. Ну блин! Да и ладно, я подался специально. Ну ё-моё, боже. Самая дебильная смерть, которая могла быть. Ну и ладно. Мы что, где профи были, ты чё? Да я, блин, да там кто-то плюнул на край. Я споткнулся. Ну блин, скользкий... Вы что, умираете тоже, пацаны? Блин, ребят, это будет быстрый раунд, где все сливаются очень быстро. Ага. Так, ОлТВ, ты где? Я за летучкой бегал, он тут снизу. Хорош. На предпоследнем этаже. Я бегу помогать тебе. Ё-моё, что он бегает, как кусок монстра вонючего. Я его почти убил. А сколько уже монстров у нас? Ого, сколько уже? Да, и Тучка. Давай. И жопа вонючая, зашитая. Я лохи. Тучка умер. И Тучка упал. А вы что, все умерли уже, все? Нет, я еще и Дэн жив. Хорошо, понял. Нет, стой. Я не умер. Я как бы спускался. Я умер. Так ты определись, умер ты или не умер. Я сначала так сказал. Я умер. Так, где они? Да, блин. У меня хвост закрученный, застреет. Я Кингфайра вижу, он наверху.
Так, я поднимаюсь. Вот, вот, я вижу его. Ну что, щенок, я должен тебя убить. А ё-моё, ну управление не очень. Ах ты ж жипа. Так, пацаны, давайте я, короче, здесь сторожу одну лестницу. Иди на другую лестницу. Ну куда ты полетел вниз, мы же команда. Вот, я его вижу. Все, 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 он не убежит. Ребят, ну я же должен его убить, полюбас. Все? Нет, вот он. Так, я бегу. Он сказал, давайте, давайте. Обманул! Давайте, давайте. Все, полетел в ней! Молодцы. Че, всех убили? Нет. А еще один есть? А где он? Дэн, эй, выходи, подлый туз. Дэн, выходи, ты уже победил. Все, давай, ты выиграл. Выходи, а, ну все. За мной и так уже бегали. Ну все, Дэн, давай ты начинаешь. Дэн, мы готовы, можешь начинать. Нет. Нет. Да, да. Нет. Давай, Дэн, мочи всех. Ты сможешь. Я еще не прибежал наверх. Я уже туда. Самый огромный минус, что они очень медленно, когда залетают на лестницу. Но это не сильно и мешает для того, чтобы убивать всех чуваков, которые здесь на карте. Где Дэн? А где он? Кстати, это был самый быстрый раунд на этой карте. Быстрее еще так мы никогда не сливались. Но я умер тупо вообще-то. Уже по сигналу жал за монстра. Но я как бы спасался, поэтому умер. Правильно. Потому что мы все поддались. А, мы совершенно верно. Все, я манал возле края прям стоять, а то опять споткнусь. Давай я к тебе приду. За компанию стою постоянно. Не, он поскользнулся. Я буду на картофанах вот так. Так, давайте чекать, где этот вонючий монстр? Вы его видите? Я его не вижу. Тоже. А, вон он. Вижу. Так, возьмем камеру в руки, будем делать офигенный гигантский зум. Вот это у меня зум. Я сейчас специально буду стоять возле Димы, чтобы его убили первым. Нет! А он внизу, вон там. А я сейчас буду выиграю победителем, увидите. Я сейчас выиграю всех. А он того самого внизу почти. Он упал? Нет, он поднимался медленно, так спокойно. Вальяжно. Мы с тобой не начали. Так, Дим, дай ему пикет, он успокоится. Кинганфайр я вижу. Лисик вон бегает. Кинганфайр. Пацаны, девчонки, спасай! Лисик, ты сейчас опять умрешь! Ну, Лисик, беги! Нормально. Повезло, вы видели, это просто было на каких-то соплях. Так, пацаны, все, надо валить с этого этажа. Это тот вариант, когда мы, скорее всего, все сольемся. Вот он, бежит, ну и вы нафиг. Быстрее, быстрее, быстрее. Убил лисик. Нет. Ай, блин, это жесть. Вот он. Смотрим, смотрим. Он сверху, он сверху. Так, вы же понимаете, он может в любой момент спрыгнуть к нам. Жизни-то у него не тратится, надо быть готовым. Боюсь. Все, ты щенок там стоишь. Давай, иди к нам сюда, мы тебя не боимся. Ну побежал. Ай, нет, я пошутил, я тебя боюсь. Я пошутил. А я уже ушел оттуда. Что ты? А я вот здесь. Он поднимается. Я вижу. Хакингафар. Так, подождите, еще ж лисик монстр. Надо быть внимательным, что их двое уже. Двое? А, реально? Тру... Опять сейчас бы... Ну куда ты полетел вниз? ОТВ! Там... Ты на том же месте упал, где я. Там на Харькона. Я же говорю, кто-то насрал на угол. Машка, Толкин сын. Идет. Так, никого сверху нету. Так, значит, он меня не убьет так. Прям подо мной уходит. Опасно. Так. Идет. Санек, конек. У меня косточки сломали. Ну, беги! Вот и тучка, давай, молодец! Молодец, по ступенькам он тебя не догонит. А просто и тучка нахаркал, я поскользнулся. Я тоже. И тучка, беги оттуда, и беги, он тебя убьет, и тучка! Молодец, обманул. Красавчик, быстрей! Как ты мансишь по-профессиональному, мне это нравится. Давай, иди ко мне. Нафиг ты его ко мне ведешь, вот скажи. Дима, я иду по твою душу. Ты меня не убьешь. Я лучший выживальщик, сейчас будет выясняться, кто из нас лучше, и тучка, или я. Да на как она была. А где он? Он упал? Он упал. А мы везде нахарькали, чтобы везде падали. Быстрее бомба просто. Дима, беги, там кого-то видел, по-моему. Я наверху уже. Кто-то есть? Нет, нету. Нету. Подожди, он может перебегать. Все, беги, быстрее. Там, один, там еще один поднимается. Ну ты красиво их обманывал. Поднимает. Это было четко. Да. Так, теперь я здесь. Так, наверху никого? Никого. Так, три монстра уже здесь. Четыре внизу там.
Они контролируют просто. Да я знаю. Ой. Я сюда бегу. Дима, я тебя убить. Я тебя убить? Да. Мне не нравятся твои слова. Дима, обратно, они там. Да никого нету, не бойся. Никого наверху нет, смотри. Все четко. Там просто кот взял, сиганул вниз. Раз, два, три, четыре. Рыбки, наверное. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. А, нас трое. Шкатулкин батя бежит. А нет, это просто какая-то мотня. Это зайчик. Там зеленая сопля бежит. Ой. Ой. Иди сюда, и тучка. А, я упал опять. Это зеленая сопля упадает. Лёх. Отлично, ребята, как я их обманул по феншую, а? Ты что думаешь, я не умею бенни-хопить, а я профессиональный бенни-хопщик? Как я их обманул, а? У меня все продумано до мелочей. Так, они думают, как же убить меня, ничего не получается. А, едучка, ты где? Бегу, бегу. Ты ненавидишь, да? Я тоже ненавижу монстров этих, я их боюсь. Да, заблокируйте ходы, просто блокируйте ходы. Шкатулкин батя бежит. Я заблокировал, да? Нас двое осталось. Ребят, все на верхний этаж, они тут. Так, так, так. Он упал? А, Дим, иди сюда. Он спрыгнул. Ё-моё, нет, я не увидел его. Ну нет, блин, я так дернулся. Мне чуть волосы на голове не повыпадали. Ну ё-моё. И тучка тоже слился. Я был последним, кстати. Хорош, хорош. Ну и тучка, давай теперь ты начинай. Покажи, как надо. Ну, попробую. И тучка начинает решающий раунд. 3, 2, 1. Погнали. И тучка, вы с тобой братья. Я знаю. Так, ОЛТВ уже поднимается. Лисик бежит, ОЛТВ бежит. Не, я больше там не пойду, там нахакан, я знаю. А я уже, видишь, тут вы, я вытер. Я вытер и тучкиными трусами это все дело. У, Дима. Ну а что делать? Вижу, вижу и тучку. Ну давай, покажи вещи. Я постараюсь. Мне страшно. Не бойся, лисик. Он сзади. Нет. Лисик. Она умерла, что ли? Да нет, вроде бы все четко, все живые. Еще никто не слился. Я иду. Так, я буду здесь стоять на всякий случай. Дима, короче, лайфхак, если он наверх бежит на этот, на противоположную лестницу прыгать. Я так и делал, я вообще в этом ролике очень круто паркурю между лестницами. 10 хп всего отнимает. Это тоже. Дима, я паркурю круто, но я не убиваю так круто, как вы. Ну не, я вижу, ты даже подняться толком не можешь. У тебя толстая жопа, она еле идет по лестнице. Отрастился жопу. А я стараюсь просто, чтобы не упасть еще. Так, пацаны, он на предпоследнем этаже. Так, быстрее, уходи, да уходи, ну не стой, да видишь, я боюсь. ОЛТВ на Харькана, я же говорил, ну осторожно надо быть. Ты опять, ну спасибо, не нахакал там. Вы видели, как он упал? Рахи! Ты в самый низ упал? Да. Блин, так подавиться можно от смеха. Ну что ты, и тучка. Миша, все фигня, давай по новой. А, их уже двое. Ну фуф, ну что вы все сливаетесь? Ну вы чего? Чего я подскользнулся? Ну давай выиграем, ничего не было, я живой. Все знают, что и ролики люди честно записывать. Ну проиграл, все. Оба. Пацаны, на предпоследнем этаже. Лисик, беги! Лисик, спасайся! Мы в тебя верим, ты сможешь! Так, ну куда ж ты бежишь, ну лисик? Ну блин, ну что ты сделала? Ненавижу ли? Вот он в темноте был! Хитрожопая кабака! Ты чё? Нет! Нет! Блин! Ну ё-моё! Да я, блин, случайно упал! Ну ёкало-мнекало! Поскользнулся, да? Ну да. На харчке. Я не рассчитал немножко на Харькана. Ну видишь, всё, весь ролик, все люди так делают. Так, хорошо, давайте, а кто живой? Анёк, сейчас убью его. Он один остался последний? Да ты! Я еще жив. Почему? А, еще ты жив? Хорошо. Сейчас, а я не вижу никого больше. А он наверху сам? Он там вверх, вижу. Да. Убил. Молодец, молодец. Первый так, и кто убил. Еще живой? Анёк последний. Санёк и я. Конёк. А, их двое. А, Санёк! У меня косточка сломалась.
Все, всех? А нет, еще кто? А кто живой? Я нашел Кинга Флайера. Кинга Флайер, ты где? Он на втором этаже, он на втором этаже. Все, летим вниз. Бум. А, вижу его, вижу. Где? Вижу. Ну куда ж ты падаешь? Я его убью сам, пацаны, пора мне его. Ты что, с ним самый хитрый, да, говоришь мне? Да ё-моё, я всех ем, и меня все едят. Все, его убили. Блин, прикольно получилось. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОлТВ, фуфло какое-то, заварной кофе, Дэн, Гусанёк, Кинганфайр и Тучка. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Салам алейкум, братья. Я хочу кушать. Подпишитесь на канал. Ребята, мы нашли оригинальную карту, на которой будем сегодня выживать от монстров Poppy Playtime. Смотрите, как эта карта круто реализована. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я начинаю быть монстром и пацанов мочить. Я вышел на охоту. Смотрите, сколько здесь классных телевизоров. Пацаны уже все говном закидали здесь, все телеки. А вам что, нравится какашками все забрасывать? Эй! Разгоняемся. Блин, тяжело, когда я поворачиваю. У меня скорость... Так, стоп, я не понял, я же должен тебя был убить. Чё, я же касаюсь твоих булочек даже. Во, есть. Булочка с сосиской. Булочка с сосиской. Эй, Дэн, попрыгунчик. Есть. Ага, не получилось. Если, короче, из-за этого монстра будем очень быстро всех убивать, мы тогда его не будем брать в следующем раунде. Стоять. Ё-моё, ну стоять. Да кто-то за углом сидел. Я, кстати, когда уже пробежал, увидел левым глазом правой руки. Да, и Тучка, я знаю твой скин, это ты. Но ты не знаешь меня, да я это ты! Стоять, Ритвер, разгоняемся. Да блин, вы с этой... Блин, этот вонючий стол. Смотри меня! Ну, ну стоять! Ну! Ё-моё! Иди сюда, я зажал Тучу в комнате. Отлично! Отлично, у нас уже трое монстров! Четверо монстров! Да, это читерский у нас монстришкин. Вот он, а, он тут? А? Давай, я его тут жду. Так, я его ожидаю в коридоре. Есть, стоять! Да ну блин, мы друг друга съели, ну ё. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в мой инстаграм. И в дискорд, ссылочка где? В описании. Ребята, в инстаграме моем можете увидеть, как я живу вне ютуба. А где гусанёк? А где гусанёк? Он зашкерился, а это ж гусь. Вот! И Тучка, ты хорошо сильно играешь чересчур. Ой, есть, молодец, что ты его съел. Он мне давно уже не нравился, всем говном тут своим забросал. Я знаю, где Саня. Ой, извини, Тучка, но у меня психологическая травма, я должен всех убивать. Да буду знать. Привет, ребят. Саня читер. А где ты, гусанек? А он в электросчетовой. Вот, Дима, иди сюда. Иду. Ага. А как мы его достанем? Отлично. Давай, Кингафайр готов? Гусанек. Да ё-мо, гусанёк, мы из-за тебя убиваем всех. Спасибо. Да хватит, да пацаны, мы не убьем, так мы себя убьем. Гусанёк, слазь, очкошник. А, ну все, и убили сразу тебя. Так, ребята, второй раунд будет немножко тяжелее. Так как гусанёк будет сейчас еще играть, а мы поддаваться не собираемся. Все, и Тучка, я с тобой выживаю. Давай, там у нас тут... Эй, слазь! Нельзя залазить. О, пацаны, кто будет... А что это у нас за... О, игрушка, классно сделать. Гарфилд, ты... что ли? Я борщик хочу, приготовишь? Да, хочу. А, борщик? Хорошо. Да, ура. Так, смотрим, где гусанёк. Он где-то тут уже ходит, я слышу топанье. А, это ты топаешь, чё, блин. Так нельзя делать. Можно. Кто-то монтировкой... Вот идет. Вот-вот-вот. Ребятушки, будьте осторожны. Гусанёк за углом сразу с левой стороны стоит, смотри. Да, как-то надо обмануть. Гусанёк, у тебя пиписька между этот гусь. Гусь пипискин. Она у тебя заросшая. Хорош. Хорош, гусанёк, убил. Бегите! Бегите! А чё он такой быстрый? Ты же говорил, что медленные они все. А не, гусанёк, кстати, от тебя легко оторваться. Ладно, можно по прямой просто вот так бежать. Не получится никогда. О, Дима, привет! Видели, как я его обманул на красоте? Гусанёк! Ты не убьешь никого! Ладно, давайте шкериться. И Тучка, я с тобой. Дима, о, я буду здесь. О, давай за углом встанем. Ты зачем палишь? Я не палю никого. Вон он идет. Бегу, мне страшно. Так, уже сколько монстров? Два монстра. Смотрите, как этот раунд уже намного стало более балансней, что ли. Так, идет, идет, идет. Гусанёчек, ты нас не убьешь.
Давай, Пипискин Гусь, иди сюда. Ребята, настроение классное, Пипискин Гусь. Красиво, я прямо в него ударился, почему меня не... Гусанька убили! Friendly Fuyer, Friendly Flyer. Fuyer. Смотри, сколько тут телевизоров клашных. Не посмотри направо наверх. Там Дэн сидит. За мной хоккей, а что там? Бегите. Там Дэн сидит. Дэн, давай слазь, это нечестно. Им фигаром, я фигаром. Дэн, ну это нечестно. А если ему дали полочку? Дима, обернись. Дай ему булочку, блин, сосиску. Опа, смотрите, получается, один человек будет стоять на входе, а другой хочет нас убить? Ай-яй-яй. Так. Осторожно, осторожно, будьте. Гуськин сын идет. Убил. Пробежали. Есть, есть, убежали, ребята, блин, как же это классно, когда пробегаешь прямо возле них. Я не спасся. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, о, можно тут по кругу побегать. Давай, иди сюда, иди, иди. Что ты, гусанечек, не получается, да, у тебя? Опа, шкатулкин сын вышел. Где? Да там шкатулка бегает, вонючая, блин, ребята, целый движ уже. Так. Шкатулку можешь отомстить. Опа. Ай, блин, нет, меня шкатулкин сын съел, ё-моё, блин, так дернулся сильно. Ну и хорошо, я поддался специально. Все, фиг. Убили? Да. Молодцы, что, всех убили опять? Да. Да. Сейчас все потренировались, третий раунд будет намного тяжелее. Я даже Фуфлику сильно, честно, не завидую. Он сейчас будет страдать, реально страдание. Карта на самом деле очень просторная, здесь мансить можно очень жестко, да, пацаны? Да. А Дима, ты где? Я иду там, где телевизоры, давай там встретимся. Привет. О, давай, мне тут. Пойди сюда, ребят, тут сложнее будет. Фу. Все, да, будем тут тащить. Включай мультики. Давай. А какие? Давай этот, Оги Кукарачи, давай. Давай. Опа, мы тут стоим. Потроллим немножко его. Ну, мы тут долго стоять не будем, когда он придет, мы спрыг. Гусанёк, ты куда залез? Эй, быстро слазь оттуда, негодяй паршивец гусячий. Эй. Ой. Опа, он пришел. Нападай, ну давай. Опа, ну что? Щенок, давай, мы тебя не боимся. Бейте его монтировкой. Я пошутил, мы его боимся. Бейте его, да. Не получилось, попытка была довольно-таки неплохая. Там гусунёк на люстре остался, но это не чешно. Надо было скинуть его. Сейчас столкнем его, не бойся. А, ты хочешь меня конкретно убить? Не, у тебя не получится, потому что я профессиональный монсанщик. Так, пацаны, я вас жду там, где спаун. Давайте сюда идем. Блин, почти залез. Дима, я веду его сюда, наверное. Ну зачем? Не надо, я ухожу тогда отсюда. А, то есть... Нет, нет, ты давал что тут на пятачке выживать? О, давай, давай. Тут можно среди ящиков очень классно мансить. А может пойдем в системники, не? Где-то... О, смотри, как я могу сесть. Сейчас, помогите, сейчас. Ребята, он за мной бежит. О, где? Смотри. Посидим на ящике, потусуемся. Я его вам веду. Все, ребята, мы отдыхаем. Один монстр уже, смотрите, там появился. Значит, он убил кого-то? Нет, я просто... Они медленные слишком. А, ну хорошо тогда, так тебе и надо. А я сказал, что будет тяжело. Давай, давай, жабра вонючая. Я не знаю, что, но вонючая жабриха. Бобриха? Бобриха, да. Радиоактивная. Не, ну чтоб ты того взял уже, ладно. Папе, папа длинный эласт идет. Так, мы все здесь. Ой, он бежит. Приближается. Смотрите, какого монстра взял сильного. Ну, кстати, этот побыстрее будет. Ну ты что, издеваешься? Гусанёк, ну ты не будешь слазить? Ну я подожду, пока много будет людей. Это так нечестно! Как это ты будешь ждать? А вдруг он тебя убьет? Чкатулькин сын. Так. Опа, уклонились. Что ты, Рахит? И ржет, бегает, главное. Ой, 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 ой. О, Дима, спасибо. А тут же ящики, тебе будет неудобно. Ха-ха-ха, никак не получается. Что ты, что ты? Смотрите, как красиво. Шкатулкин сын пришел. Пацаны, валите. А шкатулка быстрая, реально. Ой, вы красиво там встали. Они вас не видят, когда пробегают. Что за читерство? Я видел. А ты их видел? Да, я просто не стал убивать. Давай. Блин, их двое. Эй, быстрее, пацаны, спасайтесь. Давай Диму убьем. Они меня никогда не... А, не, вы меня не убьете, я лучше играю всех на планете. Да. Видишь? Да. Красота, просто, ребята, ускакал, как попрыгунчик. Да не, я боюсь кофе, не, не хочу. Не бойся, не бойся. Да я боюсь, надо там меня...
Иди, смотрите, лучше сиди там. Встал на проходе и ждет. Так. Сиди ему гонять, давай. А че вы именно за мной постоянно? Я же как бы свой. Не, я же за King of Fire. А, шкатулка думаешь, стоит, что я не пробегу? Да пробегу на изично там. Хорошо, давай. Попробуй. Смотри, смотри. Ай, блин, больно! Ну, шкатулка, это ты виноват. Да, я виноват. Ладно, ладно, хорошо, договорились. Я тоже выхожу на охоту. Так, это что, у нас уже трое? Четверо? Нет, нет, нет. А, ты поменял монстра, я понял. Нет, да. Пожалуйста, нет, нет. Нет, не хочу умирать. Так, выглядываем, где же они есть? Да не стопорите, ну блин. Есть, 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 вот. Ай, блин, чуть своего не убил. Да, что на проходе, Дим, я буду ловить. Все, давай. Вот. Да вы что издеваетесь? Да, да ну. Ну гуй, Санёчек, ну стой. Давай, тучка. Хорошо, я возьму другого монстра. Иди отсюда, гуляй отсюда. Гигантский кодримот. Гуляй, фуфлик. Ну что, смотрите, как я сейчас всех быстро убью, я же профессионал. Ой, ой. И тучка. Нет, нет. Кто живой, пацаны? Я. Нет, 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 нет. И тучка, и все? Нет. Тёк, я убил King of Fire. Это все, ладно, хорош, Сигма. Давайте, все. А кто был последний? Санёк? Нет, ты был последний. Да? Нет, я. Саня еще живой. А, Гусунёк живой? А Саня читер просто. Саня не может быть читер. Вот он! Я его прям поцеловал гусячью жопу! Будем. Есть! Есть, Гусунёк! Что ты теперь нам скажешь? Последний раунд, Гусунёк у нас будет за монстра играть. Вот он идет, смотрите! Вот он, приближается, Гусанёк! Ну что, мои маленькие пупсики, готовьтесь к смерти. А мы все тут, да? Никого не вышло. Нет. Сзади тебя игрок играет, смотри! Я пошутил. И тучка пила. Повелся на все, ведешься, да? Я не слепой, Фуфлик, я вижу, что он там идет. Давай запрыгивайте, я вас посажу. Пойду, ты слепой. А куда он пошел? Ты куда идешь? Стоять! На колочком. Блин, чуть не обманул меня. Все, пацаны, будем тут. Ой. Это как? Москва-стик. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, чуть не поймал меня. Блин, ребят, вы видели? Еще в чуть-чуть пару пикселей молекульных. Дима, можно монстров брать? Любых, любых. Что, Дима, выживаем, да? Так, все, понял. Ой-ой-ой. Нет, ребята, так не пойдет. Какие люстры? Куда вы запрыгиваете? Ну, где этот Саня Тарсика? Фуфлик, помогай. Так, смотрите, теперь один загородил, а другой нас мочит. Отлично. Резко. Хопа! Нет! Нет! Пацаны, я пожертвовал собой заради вас, понимаете? Ой, дерьмот, ой, дремот. Дерьмо. Ребята, хочется посмеяться, на горло болит. Хочу поржать, как конь, не получается. А кто? Кто еще живой? А кто еще живой? Я. Ага, и тучка, и да. Ага, головка бугля. Блин, я не успел замансить. Ну, блин, дай пройти, но мы не можем разминуть, да не убивай меня, ну что вы делаете, я же свой. А я знаю, где Дэн, я знаю, где. Вот он бегает. А. Так, давайте будем на проходе стоять где-то и чекать. Ой, Стигма. Все. Молодцы, молодцы. Че, все, всех убили? Решающий раунд. ПВП, каждый сам за себя, играем за монстров. 3, 2, 1. Погнали. О, я не успела. Да что ты такой быстрый? Ну и тучка, ну ты был хорошим чилипиздриком, молодец. А Саня убил. Ой-ой-ой, что творится? Так, кто еще живой из монстров? Я. И я. Да ну как? Кто меня убил? Хорош, хорош. На меня еще двое напало. О, так, я вижу еще. Вот, давай, коняка, иди сюда. Коняк. Ну нет, а как ты это делал? В соло. Ты выиграл всех? Нет, да. Я живой еще. А, давайте, ребята, наблюдаем. Шкатулочный сын идет. Давай, шкатулкин батькин сын, давай. Батькин сын. Полотенце. Где ты, шкатулкин? Да вот я бегаю. А, вот. Давай. Ну, шкатулка, убей его, пожалуйста, я за тебя болею. Давай. Да ну не его. Ну, блин, на. Ну все, кто у нас победитель? Я. King of Fire. Лучшие монстры в этом ролике. Красавчик просто. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Крошка, ОлТВ, Серега, Дэн, Санёк, Кирилл Геймер. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Да, с вами ОлТВ.
Приветики, омлетики. Ребята, смотрите, какую мы построили классную карту, где будем убегать от игрушечных монстров. Поппи Плейтайм с главы 3. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, смотрите, как классно теперь можно здесь по этим бортикам выживать. Сережа, ты меня не догонишь. Ну давай по кругу походим, почему бы и нет, я могу перепрыгнуть сюда, например. Да, мы же теперь можем паркурить между балками, офигеть. Так, лучше стоять подальше. Максим, давай вместе будем выживать. Давай. Да я упал! Да я, блин, Максим, я из-за тебя упал! Ой, а почему тут двое? А потому что там уже слился один. Да блин, то... ну ладно, это ж, ребята, у нас первый раунд, правильно? Потом будет все лучше. Тихо. Хорошо, тихо. Я должен убить Максима. Я чуть два раза не упал. Ё-моё, так тупо слиться. Ребята, ну... зато я очень красивый. Блин, ну ладно, ладно. Так, давайте, гусанёк здесь стоит, давайте окружать. Максим упал. Вы чё, издеваете? А, я ж тоже упал. Ну ладно. Где сказать, вы что, рахиты падают, так я такой самый. Ой. Давай, 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 гусанька сюда гони. Я его тут встречаю. Гусанёть? Блин, надо, чтобы кто-то там еще стоял. На самом деле, не так уж-то и легко мочить их, если человек умеет паркурить лучше, чем я. Давай, давай, давай. Ух ты, блин, смотри, как... Да ё-моё! Да ну ё-моё, ё-моё, да я случайно. Хорошо, давайте еще раз. Еще один упал. Давайте, нажимайте. Ну, Серега, ну мы с тобой хорошо же играем, вроде бы. Дэн! Вот гусанек, давай, короче, я тут жду его. Все, я загородил балку. Теперь он не пройдет. Блин. О, привет. Все, они упали. Я убил одного. Гусанек остался. Гусанек, ты победитель первого раунда? Давайте его окружаем. Так, а если он продержится минуту, значит мы вообще точно слились все. Так. Надо очень осторожно быть. Все, гусанек, прощай. Что? Вы видели? Слышь ты, Гусяхина. Гусякин сын. Я тебя убью. Как он это делает? Мы все падаем, а он нет. Вот. Мочи, нажми кнопку удар. Блин. Все падают, да нет. Гусанек, ты что, хорошо играешь, что ли? Эй, я, короче, буду тут ждать. По-любому сюда придет. Так, красиво. Вот, все, хана ему. Все, да. отлично. Ребята, давайте теперь я хочу начинать мочить всех. Окей. Так, давайте это сделать так, чтобы вот этот человек сейчас умер. Угу. А что тяжело стало мне играть? Серега, мы тебя подали в первом раунде, на самом деле. Я тебе серьезно говорю. Да, вообще не первый человек. Блин, что-то... Я уже не хочу играть, это... Да упадайте. Не, давай ты сам упадешь. Ну, Серега, ну упади, пожалуйста. Ну нет. Я тебе дам бутылку... Хлеба. Самогона. Бутылку хлеба. Гениально, Максим. Ты молодец. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы уже влепили подписку, лайк и лупанули немножко колокольчик. И залетайте в Дискорд, поорем. Саты! Максим! Я тебя ненавижу. А чё он упал, я так и не понял. Я мимо пробегал, и он оттолкнул меня. Серега, ты будешь танцевать мне сейчас тут песни? Да. Так. Все, вот тут вы сейчас сольетесь, смотрите. Вот он, один упал. Еще один упал. Ты сам упал. Вот, Серега! Серега, ну как ты это делаешь? Мне кажется, Серега выиграет в этом раунде. Не знаю почему, но у меня такие ощущения есть. Он очень хорошо. Давайте теперь проверим, кто лучше играет, гусанек или Серега, кто лучше паркурит. А, не хочешь, да? А мы прыгать не можем, мы как прилипшие морды. Так, хорошо. Давайте тогда так, занимаем самые центральные. Блин, так они могут с каждой точки прыгать на разные балки. Окружайте их, вот они. Окружаем. Блин. Ой, Серега, стоять, ну ё-моё. А что ты ржёшь? Ты должен умирать. Ха-ха-ха! Чуть не продавился. Серега! А как ты упал? Тебя кто-то скинул? Кирилл Геймер. Я его не скинул, я бежал, и он сам... Да не, все правильно, главное победить. А как это происходит? Ой, я убил. Блин. Аги-ваги убил. На тебе, Кирилл Геймер. Да. Гусанёк, ты опять победил? Ну да. Эй, гусанёк, это нечестно, два раза подряд? Ну да. Ну, окружай! Ладно. Е-е-е! Молодец. Давайте сделаем, чтобы гусанёк сейчас сыграл за монстра. Да. А мы будем его троллить. Окей.
Ой, Максим, извини. Эй, я тебя не бил. Соскочила. Ой, извини, да блин. Ну, пацан. Серега наваливает. Танцуй, танцуй. Ой. Два уже монстра. Ой. Ха-ха-ха, Гусалек. Вроде хорошо играет, но падает. Блин, чуть два раза не упало. Спотыкнулся. Беги. Беги, есть. Ха-ха-ха, не смог. Вонючий монстр. Сам такой. Так, Кирюша геймер тоже слился, уже упал. Молодцы, пацаны, мои поздравления. Серега фотографирует вас. Смотрая камера вас снимает. Максим, ой, сзади, 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 монстр. Сзади, какие ваги, тут Димас. Да я вижу, я бегу, я чуть не встрался. Я какие ваги своим говорю. Так, а, да? Они меня не слышат. Это что такое? Что за дерзкое нападение? Серега, давай, мы должны выиграть. Танцуй, танцуй, пока молодой мальчик. Дима, ты весь в крови? Окружайте их, окружайте. Ты тоже. Нет, не окружай, не окружай. Опа, нет, прыжок века. Максим упал. Не блин. Смогли. Максим, ты опять упал? Я не смог прыгнуть. Ну с Максим. Ну я поддался. А, да? Вы ну да. Я не смог. Монстры падают постоянно вниз, это круто. Так, я вижу, приближаются с разных сторон. Ну что, я последний, да, остался живой? Нет, Дэн еще. Серега, ты тоже проиграл? Да. Опа! Вы видели? Профессионализм. Я должен выиграть, ребята. Хоть один раунд должен затащить. Дэн упал. Оп. Ты что, выиграл? Я выиграл! Да. Ты выиграл! Но я выиграл! Я выиграл все равно! Какая радость у меня! Я так рады! Давай, Максим, в этот раз ты не упадешь, пожалуйста. Хорошо. Ой, извини. Все падают, друг друга толкаются. Ой, да я тебя не бью! Ой. Бегите, бегите, глупцы, Кирилл Геймер уже здесь. А Серега, как всегда, наваливает. Танцуй, танцуй, Сережка Папайрус. Давайте будем ржать, потому что он не умеет играть, как мы. Так, пока мисс Гусанек и я победил, да? Больше никто еще не побеждал? Но я больше всего. Я не помню, вроде один раз всего. Ладно, ладно, два раза выиграл. Один. А, да, один. А, уже двое. Спасибо, спасибо, Серега, за то, что ты такой хороший человек. Ты... Скинул, да? Я за Серегой тоже один раз упал. Так, ну что, ребята, теперь я должен еще раз выиграть, тогда буду победителем этого ролика. Я должен это сделать. В любом случае, я должен это как-то суметь. Ты должен, меня побороть, иначе будет ничья. Опа, не смогли. А так опасно, на самом деле, прыгать через эти пропасти. А, еще Максим живой? Да. Ой, Серега, чуть не подставил. Блин, они так топают со всех сторон, непонятно куда идти. Максим чуть не упал, блин, из-за тебя. Хотя, что этот виноват и не виноват? Дима. Да беги! Дима! Беги! Есть! Максим, давай, давай! Опа, есть! Блин, как это страшно! Как вы так вдвоем выживаете, нечестно? Научись, пока мы живы. Ой, как аккуратно. О, меня убило, это как работает. Можно быстро пробегать как-то? Вы за мной, наверное. Вы за мной повторяете, читер. Опа. Серега, ну куда ты полетел? Дим назад, там упал. Есть, есть, я выжил. Получается, мы втроем остались. Да. Как он это сделал? Перепрыгнуть можно за монструху. Ну я тебя не убью, блин. Ты не сможешь меня никогда убить. Я лучший паркурщик этой игры на планете. Опа. Ты один живой, да? Я один остался, да, пацаны? Я живой. Как? Да как? Я живой, я тоже. Ты, Максим, тоже живой? Да. Я к тебе их веду. Мочите Максима, он виноват во всем. Ну, так, ребята, ну что, решается судьба моя. Смогу я выиграть или нет? Нет! Максим, ты жопа морская! Я выиграл, ты упал. Да Максим, ну Максим! Да не, я вроде, ладно. Ну ладно, ладно! Так, ну что, теперь мы выхватили тактику, как реально можно круто, да, выживать? Максим, мы классно, да, с тобой так и что тащили? Да. Это было интересно. Хотел врезаться в тебя. Так ты меня, так ты и так и сделал, ты мне скинул своей вонючей жопой грязной. Нет, я упал наоборот. А, да? Убегал. Упал наоборот? Гениально, молодец. Да. Беги, беги. Тут даже боишься прыгать, потому что во время прыжка реально отталкиваешься. Смотрите, он никого не может убить уже минуту целую. Лох.
Так, отлично. Блин, ну пока весь класс-то выживал. Я, кстати, уже налобался. Ты, Серега, потренировался уже? Да. Ничего, я в основном... А ты только и делаешь, да, что танцуешь постоянно? Ну вот, вот смотрите, кто опять первый умер. Ну нет, ну стойте. Ну Санёк, ну чё ты падаешь постоянно? Это не я, это Санёк. Я знаю, что это обычный. Санёк обыкновенный, ну не падай. Санёк вообще. Нет. Стоял на проходе, я хотел пройти, а он... Давай, ЛТВ, мы же команда, стоп их. Давай, давай, вы не сможете больше никого выиграть. Если б не Санек обычный, мы вообще, да, пацаны, ни разу б не слились бы. Ну, вы бы на ошибках бы все равно бы упали нет, куда-нибудь. Нет, 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 этого не может быть, я тебе не верю. Так, Гусунек, как-то тебя надо устранить. Дима, ой, извини. Ты... Помогите! Стойте! Нет! Ёп! Каламанек, да я случайно, блин, так тупо слит. Блин, я тоже упал. В воздухе нельзя корректировать, блин, полет. Можно. Уйди от меня, Кирилл. И ЛТВ, это тоже у меня отойди. Так, теперь моя цель убить Сережу. Так, где же Серега? Вижу. А он танцует так, постоянно. Иди. Серега. Ну, монстры, ну не падайте. Не спавни. Ты че, куда ты спавнишь? Блин. Так, Максим, уйди. Давайте сюда сходим тогда, раз такое дело. Так, стоять, иди сюда. Упал! Меня съел, дурак. Кирилл Геймер упал. Так, Гусанёк и Серега на той стороне. Давайте будем стопить их. Так, я, короче, блокирую одну балку. Блокируешь, молодец. Ну, давайте другие, пацаны, давайте блокировать балки. Серега, ты вот так, да, танцуешь постоянно? Хорошо. Давай иди на другую сторону, давай, ладно. Серегу! А что это сейчас было? А что ты, он Серега, не заметил, поддался? Как его съели. Гусунек, ты опять выжил? Да. А, еще Дэн живой. Дэн. И я. А, вас трое. Хорошо, пацаны, давайте. Давайте, Гусенька. Все, окружаем. Я уже жду его здесь. Я съел его. Молодец, Максим. Красавчик, Максимелло. Так, давайте Дэна ловить. Не, давай Дэн! Ловить. Он сейчас упадет. Я только сказал, что Дэн упадет. Скользко, а мы специально там нахарькали. ОТВ, ты победитель этого раунда. Так, давайте просчитаем его траекторию. Он сейчас бежит сюда, значит он побежит в эту сторону. Стой, я его сейчас тут поймаю. Кирилл Геймер. Смотри, как хорошо тащит. Прям красавчик. Я лучше тащу. Ну, я вижу, что ты проиграл. Ну, просто повезло. Да. Так, вот он, вот он, вот он. Во, отлично. Так, теперь я его здесь блокирую. Давайте, пацаны, давай. Ё-моё, вот, я здесь. Все, я забаррикадировал один проход. Теперь там блокируй. А ну, пацаны, ну надо его убивать. Есть. Убили. Максим, ты упал? А, да. Нет, 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 вам показалось. Да я вижу, ты умер, World. Да блин. От мира. Дима, я... Мир погубил, Дима, я буду тебе песни петь. Давай. Но... Так, смотрите, сейчас я его обману. Опа, не получилось. Давайте убегать от Хагибаги. Так, давайте сюда. Блин, классное выживание. И ты понимаешь, что малейшая ошибка, ты просто умираешь. Так, так, так. Опа, это так не работает. Смотрите, как мы хорошо потренировались. Теперь мы вообще тащим. Шикарно просто. Дима, я танцую. Я вижу. Ты же гусяка. Жопа он. О, Дима, а вот у тебя вот, вот 0 хп, я вот думаю взять. Нет! Вот это не вот. Надо, не надо, убейте гусенька за это. Меня могли сейчас убить. Ну и надо было убить тебя. Я все хаки. Кирилл ТВ. Ха-ха, Кирилл Геймер упал. Это все из-за балки. Так тебе и надо, курочки помада. Да блин. Ребята, вот сейчас мы тащим шикарно. Я прям вообще натренировался и четко выживаю. Смотрите, у этих монстров ни одного шанса нас победить. Ноль. Есть шанс. УТВ, блин, мы с тобой двое красавцев. Тихо, тихо. Опа. Хорошо, собака медленно, поэтому за нее лучше не играть. Это все из-за Сани. Да это из-за тебя все. Опачки. Красиво обманул. Ну что, давайте, я готов вас встречать с трех сторон, да, смотрите. Дима, так, кстати, так, последний. Так, опа. Зачем, прям... Я выжил, я выиграл. Да. А зачем ты меня убил? Я их стравил между собой. Ребята, я лучший игрок. Ну что, я тогда победил в этой серии или нет? Нет, мы с тобой ничья. О, мы сейчас, короче, сделаем решающий раунд тогда, Гусанёк.
Да ну ё-моё. А если я сейчас дольше тебя продержусь, значит я выиграю? Нет. А чего ты ссышь? Да. Смотрите, как я... Просто как? Ну вот так вот, ты не умеешь играть, осознать свою ошибку. Ну все, ребята, я победил, я дольше гусенька выживаю. Нет. Нет, я до... Ты пересмотришь, я дольше тебя выживаю. Ребята, перехват. Гусенек, я выиграл. Нет. Ну ты понимаешь, как я играю? Смотри, просто по феншую, ногами на север. Ты просто признай то, что ты мою тактику используешь. Какая тактика? Мы просто поддаемся тебе, Дим. Почти. Блин, ребята, это классно выживать. Это очень... 0 хп, 0. Ну давайте, пока вы все по одной дороге пойдете, я пойду по другой. Если бы мы сами не столкнулись бы, то мы бы еще были... Вы еще друг друга мочите. В него, у него 0 хп. Давайте, пацаны, давайте, я вас жду. Вы же хорошо играете вроде бы. Давай! Нахуй! Ладно, ладно, да я даже кусанька продержался, согласитесь. Нет. Хорошо, давайте, пацаны, делаем так. Вы все монстры, а мы гусаньком вдвоем выживаем. И кто из нас выиграет, тот и победитель этой серии. Согласны? Давай. Йо! А да я поддал! Блин, да я первый раз лучше. Ну ладно, 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 ладно. Ну блин. Свет отключили, монитор кривой. Да это свет плохо падает. Да блин, гусанек. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, взрывай! Все улетело.